заходим. Так. Как я только очки не возьму, обязательно солнце. Чайковский, как это? Молчи! Это что будет говорить, что сама директора. А ты видишь, что сильно быстро. Помедленнее, старайся, вот так сидеть. Так вот пальчик. Надави, видишь, он медленно уходит. А вот как вся уходит. Поприветствуем. Сережу
Аплодисменты десятому. Итак, как называется десятый первый отряд? О, наш девиз всегда готов! Глеб! Да, я думаю, это бурные должны быть аплодисменты. Наш отряд! Небо и солнце! Наш девиз! Мы плывем на поражение, не страшны нам унижения, не пойдем, не пойдем, все награды заберем! Второй отряд! Отряд! Пусть наш девиз! Честь и достоинство! Настоящих на всю жизнь друзей. Доброй вам смены!
помогли нам увидеть сторону. Давайте ему поаплодируем. Это, конечно же, наш любимый спортивный инструктор Гамолин Олег Александрович. И мы есть, спасибо. Итак, сегодня прошли первые соревнования в турнире по футболу и пионерболу. Награждается первое место по мини-футболу. И награждается третий отряд третьим местом по мини-футболу. Спасибо. Так, мини-футбол, первое место, четвертый отряд. Нет. А, ты четвертый. Второе место по мини-футболу. Шестой отряд. Они старше возрастной группы. По мини-футболу поздравляю. Как держать? А пацаны есть у вас? Как деньги? Тренируются? Привет, передай. Второе место по мини-футболу. Седьмой отряд. Я надеюсь, прохладный актовый зал, или назовем его кинозал.